Ребята, всем привет! Сегодня я хочу показать, как менять свечи на 8-клапанном двигателе АвтоВАЗа. Сегодня у нас мой личный автомобиль, Лада Калина, двигатель 1.6, 8-клапанный, 4-цилиндровый, соответственно, 4 свечи. Для работы нам понадобится, естественно, комплект новых свечей и свечной ключ вот такой. То есть он облегчает откручивание и закручивание свечей. Все, можно приступать к работе. Лучше это делать на холодном двигателе, то есть не на прогретом. Начинаем постепенно менять. Снимаем свечной провод. И откручиваем. До конца прям лучше не откручивать, потому что пока вы будете менять свечу, в цилиндр может попасть пыль, грязь. Поэтому сразу готовим новую свечку. Приготовили. Кстати, забыл сказать, у меня вот двигатель чистый, потому что я недавно мойку двигателя делал. Если у вас мойка двигателя давно не производилась, вот здесь может быть вокруг свечных колодцев скопится грязь, там масло, нагар какой-то, еще что-то. Лучше эту салфеточку все протереть, чтобы вся эта грязь при откручивании не попала в цилиндр, соответственно, не было износа. Так, свечу мы извлекли и сразу же на место ставим новую свечу. Немножко наживили, посмотрим, что у нас тут со старой свечой. В принципе, ничего плохого я не вижу, то есть она не потемневшая, не сырая. Двигатель по первичным, по крайней мере, признакам работает нормально. Так, не путаем старые свечки сюда. Так, эту мы накинули. И закручиваем до упора. Так, закрутили. Возвращаем на место свечной провод. Защелкнули. Все. Теперь аналогично меняем вторую свечку. Процесс точно такой же. Берем новую свечку. Так. Левой рукой неудобно закручивать. Старую свечку уберем. Накинули резьбу. И понеслась. Тянули хорошенько. Возвращаем на место свечной провод. Половину свечей поменяли. Берем третью свечу. И откручиваем. Так, ставим на место новую свечу.
И осталась последняя свеча. Сдергиваем. Откручиваем. Возвращаем на место последний свечной провод. Все, проверяем надежность креплений. Все нормально. Все провода на месте, свечи на месте. Все, вот так вот меняем свечи. Буквально 5 минут занимает эта операция.